Я стоял вот тут, на этом самом месте. Один караульный стоял вот здесь. Придвиньтесь поближе. Так. А другой караульный стоял как раз за моей спиной. Я сначала сделал так. Потом. Ноги на стол! Я Котовский! Ну! Предъявите векселя и долговые расписки. Вот ты за свою Бессарабию крови обливаешься. А у меня счет побольше. Я драться хочу за всю Россию. Вот ты за оружием пришел, а я говорю, мало тебя на оружие. У тебя плана нет. Перспективы нет. Ведь вот что тебе надо. Витенька, тут в камере был какой-то шум. Кто-то что-то сказал или мне показал. Одна во рву непошена лежит и смотрит, как живая. В цветном платке на косы брошены, красивая и молодая. Мама, мама, что мы будем делать? Да, вот видите, холода, вот у тебя нет теплого платочка, вот у меня нет видимого платочка. От имени комитета назначаю тебя командиром бригады. Почему бригады? Сколько у тебя людей? За 70 ручаюсь. Но зато красиво и для страха. Предупреждал генерала Шевченко, что буду в Одессе через 3 часа. Готовьте! Мы взяли Одессу! Честь вам и слава! Теперь дальше! Вперед!